Улыбаться. Еще, еще улыбочка. Руку одну наверх, красивую сделай, красивую ручку сделай так с пальчиками. Можешь сделать? Вот так, пошла. Хоп, улыбаться. Так, давай ты. То же самое. Красивые ручки балетные. Оп. Вперед смотреть. Улыбка. Под водой глазки, чтобы открыла обязательно, чтобы ты палочку видела. Хорошо. Ну что ж делать? Надо. Зато, представляешь, какая ты будешь красивая у меня на бортике. Палку там видно, глазки откроешь и все увидишь. Только я тебя прошу подальше прыгать, ладно? Чтобы нам с тобой не удариться. Головочку подними, улыбайся. А мама на тебя смотрит, как будто с трибун. Представь себе, что мама там смотрит. Мама не будет смотреть? Ну как же, она же будет на соревнования приходить. А на соревнования? Давай. Шагай. И хоп! Умница, молодец. Молодец. Так, девочки, вот две сюда ко мне подойдите, пожалуйста. Как вас зовут? Меня Ира. А тебя? Маша. Давно вы плаванием занимаетесь? Да, да. Я да. Быстро научились плавать? Да, да. А синхронным плаванием вы слышали когда-нибудь, что это за вид спорта такой? Да. А почему берут только девочек синхронное плавание? Я тоже хочу. А что именно ты хочешь? Плавать тоже в синхронном плавании. А что это такое, мальчишки, вы знаете? Знаю. Да? Ну и что это такое? Это когда все одновременно на воде делают разные фигуры. Ну а если я вас приглашу заниматься, вместе с девочками будете заниматься? Да. И вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Смотри вперед. Вытяни опорную ножку. Конечно, когда мы начинали, все еще было совсем не так. Не было этой спецшколы по синхронному плаванию. И мы тогда просто тренировались в обычной спортивной секции фигурного плавания в бассейне «Москва». Термин «синхронный» появился потом, попозже. В фигурном плавании мы уже видели какое-то разнообразие, и музыка нас привлекала. И, в общем-то, мы почувствовали, что это чисто для нас, для девочек. Помню, ко мне первый раз подошел тренер и сказал: «Лен Худякова, будешь выступать на первенстве Москвы в обязательной программе». Ой, ну все, думаю. Как я и предположила, выступила я, конечно, очень плохо. Фигуры все забыла, все перепутала. Очень волновалась, очень просто волновалась. Да и было-то мне, в общем, тогда сравнительно немного. 13 лет всего, и занималась я один год. Сейчас девочки, конечно, начинают пораньше, лет 6-7. Некоторые считают, что главное для нас – это гибкость, хорошая растяжка, умение мыслить в воде. Это все верно. Но когда я пришла из спортивного плавания, для меня главное было разносторонность этого вида спорта. Я могу выразить себя под музыку, я могу делать разные фигуры, я могу фантазировать и свои фантазии облекать в какую-то пластическую форму, и все это на воде. Это может быть не только спорт, но скорее это уже сродни искусству. Я вообще очень люблю музыку. Как-то из детства у меня была тяга к танцам, там, каким-то движениям. Вот.
Потом меня все время удивляло вот это, как так можно держаться, в общем-то, под водой. Это же, в общем-то, тяжело. Порой зрители приходят у нас на соревнования. О, девочки говорят, ну что, говорят, да не тяжело, говорят, это что, улыбаются. Вы знаете, что это, в общем-то, тоже искусство. И умение улыбаться даже в ту минуту, когда тебе очень-очень тяжело. Успеть. И лицом выкрутом пошла назад. Через спираль. Правильно, Оленька, правильно. Но это все в продвижении. Смотри, я не просто ухожу, я успеваю оттолкнуться либо ногой, либо рукой, чтобы с продвижением выйти на уже элемент. Правильно, правильно. Немножко грубовато, но правильно, умница. И открыть руку, чтобы в открытом положении выходило. Вот открытое положение на зрителя, наверх. Вот там, там зритель, наверху у вас зритель. С выкрутами, вот обязательно наверх. Смотри. Тоже короткий, 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 короткий. Правильно, правильно, годится. Это очень, очень широко, очень неуютно. Уютно должно быть все. Уют, тебе уютно, понимаешь, в программе? Смотри, вот высокий выход. Та-та-та, пам-пам, и уход пошел. Выкрут обязательно, чтобы зритель тебя увидел в профиль. И обязательно глаза, Катенька, глаза, глаза обязательно. То есть руки без глаз, без выражения лица вообще будут мертвые, понятно? Колени тяни, 7, 8, раз, Маша, шею тяни, 5, 6, 7, исходная, раз, 2, нос поднять, 5, выше, 7, 8, раз, 2, 3, Оля, колени, 5, 6, 7, улыбка, раз, не жалей себя, не жалей, 5, 6, 7, 8, колени, носки тяни, Татьяна. Мне кажется, просто что при очень больших физических нагрузках, которые дети наши имеют, в общем-то, они дети, где-то тренировочный процесс должен им доставлять все-таки какую-то радость чисто эмоциональную. Перегрузки, 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 перегрузки. Чуть-чуть, может быть, где-то рассмешить, где-то дать расслабиться, может быть, с трамплина прыгнуть. Или вот вышли из воды 5 минут смеха какого-то, потом опять серьезная работа. Они же маленькие еще. Мне их жалко просто иногда бывает. Вот, допустим, идет тренировка, силовая нагрузка. Потом ты взял, дал им отдых. Но за этот отдых ты вложил в них что-нибудь. Ну, расскажи ты про этот образ, расскажи ты про эту музыку. Чуть-чуть приоткрой им дверь. Ну, ты знаешь, я считаю, что мы все равно это должны делать в те периоды, когда у нас идет восстановление какое-то, понимаешь? Если у тебя идет напряженная работа, то она должна быть. Школа-то, слава богу, олимпийского резерва. Поэтому, наверное, нужно и о результатах думать, и о личности. Будет личность, значит, будет понимать то, что она делает. Значит, и сможет перешагнуть через свою немалую. Thank you.
Специфика синхронного плавания, самое главное, насколько сложный, красивый, изящный элемент девочка сможет сделать на задержке дыхания. Это основной показатель. Поэтому спортсменка стремится к длительности, продолжительности элемента с задержкой дыхания, когда лицо у нее погружено в воду. И вот она тянет эту связку свою, украшает ее как-то, и под водой терпит. Воздуха-то не хватает, подышать-то хочется. И вот она ждет, что вот я еще могу чуть-чуть не вылезать на поверхность, потерпеть еще чуть-чуть. То есть это действительно проявляется спортивный характер, вы понимаете? То есть ей надо бы дышать, а она этого не делает. Для того, чтобы сделать лучше, чем это делают другие. Сила воли не дышать. Дышать это настолько естественно. А она может через это, через природу свою перейти. И физические качества у нее совершенствуются, и, безусловно, моральные. И поэтому сюда и идут. Каждый день преодолевать саму себя. Вот интересный момент был. Девочка плачет, когда ее растягивают на шпагат. Они все с ужасом на нее смотрят. И все, трясясь, стоят в очередь к тренеру, чтобы именно тренер ее потянул на шпагат. И она знает, видит, как это ужасно, пройти через все эти слезы, через всю эту боль. Но она стоит и спорит, первая она пойдет, не дай бог ей пропустить очередь свою. И как это объясняется, трудно сказать, но это есть. Такой термин — легкие ноги. Пройдут годы, прежде чем они действительно станут легкими. В общем-то, сегодня в спорте без сверхусилий ничего не добьешься. Если есть цель, нужна полная самоотдача для того, чтобы чего-то достичь. Физически, может, ей тяжело морально, может, она не успевает где-то совмещать занятия у нас и в школе. Девочка хорошая, но мне кажется, что если это тяжело физически, то она не права. Потому что только, в общем, труд и большие физические нагрузки или моральные нагрузки, любой труд человеку, в принципе, в итоге приносит огромную радость. Не каждый добивается чего-то. Это, может быть, зависит, даже не знаю, вот от чего. Ну, разные бывают люди. Вот
по характеру, по силе воли. И вот именно здесь выживает тот самый сильный, самый терпеливый, самый трудолюбивый. Потому что, в общем-то, действительно приходится очень много тренироваться. Утром тренировки, вечером тренировки, все время ты в воде. Уже даже какой-то своеобразный запах приобретаешь. Вот этой хлорки, воды. И нас изредка даже называют девочки-русалочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Лещи. Семь, восемь. И раз, два. Выше, 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 выше из воды. Четыре. Раз. Два, и потянулись сильней. Вот, голова, молодцы. Два, три, четыре, шли. Вот я им сказала, там молодцы, но на самом деле очень плохо. Значит, одна Оля сейчас сделала, опять вышли. Кисть красивая, где? Это же не просто рука. Надо собраться всегда к движению. Нельзя начинать с бухты-барахты. Девочки, потише. Нет, ну можно и прогибы не делать, и не выходить вообще. Вообще можно ничего не делать. Я рук твоих не вижу, вот что самое главное. А мне руки сейчас нужны. Руки перекладывай мягче, мягче. Ну что ты их боишься, своих собственных рук? В них вся красота, а ты их боишься. Вот, вот, у тебя даже плечо пошло с этими руками по-другому. Сама-то почувствовала? Вот сейчас я ставлю Микис Теодоракис. Это же греческая музыка. Значит, нужно передать, вот как я люблю греческую музыку, вот так мне нужно передать ее зрителю. Вот чтобы они тоже вот за этот короткий период ее полюбили. Все-таки это танец на воде. Есть определенная симметрия в теле, есть красота, есть какая-то гармония рук, например, рук и ног, и головы. Есть некоторые элементы в воде, которые нужно отработать на полу. Вот вращение. Ведь для того, чтобы сделать вращение, есть целый этап подготовки. Это подготовка головы, подготовка стержня всего корпуса. Понимаете, подготовка ног правильно, взять форс нужный. И вот для того, чтобы помочь девочкам это правильно сделать, красиво, это нужно тренировать в зале. Даже те же самые прыжки, казалось бы, они не прыгают на воде, но для того, чтобы сделать сильный выход, она должна почувствовать свое тело в пространстве. Синхронность ее можно выработать. А ведь вот талант внутренний, вот души какой-то, вот одухотворение, ну просто обаятельности, вот исполнителя, просто вот он обаятельный, уже от природы. Вот у него есть какая-то грация, у него миловидное лицо, он умеет управлять своими мышцами, он умеет из души вот дать тепло какое-то зрителю. Технику-то можно наработать, а вот это, к сожалению, природой дается все-таки. Когда хореограф видит, что у девочки явно данные актерские, танцевальные данные, она это может разработать, не просто это будет, говорится, спортсменка, а это будет, говорится, спортсменка-актриса. Понимаете, это искусство уже будет. Переломный момент. Я было хотела, в общем-то, уже уйти на тренерскую работу. И вы знаете, я не смогла, в общем-то, и месяца. Ну, походила я дома, туда-сюда, посмотрела я свои фотографии, свои награды. Как-то мне жалко стало, понимаете, жалко. Вот
Но чувствуешь, что что-то еще ты не сделала, ты еще можешь. Ну, так получилось, что я не вытерпела. Рыба не может жить без воды, вот так и я. Пришла, влезла в воду, и все началось сначала. В нашем виде спорта результат не сразу дается. Я стала мастером спорта в 18 лет, а начала заниматься в 12. Как видите, мне понадобилось 6 лет для того, чтобы достичь какой-то результат. Ну а чемпионкой Союза в групповых выступлениях я стала всего лишь 2 года тому назад. Мы приставили вот до этого градуса, поворачиваемся, и она уходит назад. Назад. Здесь как бы вот такой, как в Аврору, только тут не до конца. Значит, а потом просто раскрывается вот в это положение. И вот отсюда уже вот нога вертикальная доходит, через вертикаль заходит и раскрывается в шпагат. Наверное, вот так. Ну, Сана, мне кажется, не так. Смотрите, здесь эта нога идет, вот туда, проходит туда, а потом, вот видите, здесь вот на место первой ноги получается вторая. То есть потом вот идет вот такой просто поворот. Телом. Одним телом, да, с такими ногами. То есть нога заводится туда. Было бы неправда сказать, что я не стремлюсь всегда к победе. Я стремлюсь. Но, к сожалению, наверное, это в жизни так и должно быть. Но после горьких поражений, вот этой неудачи, надо заново поверить в себя. Поверить в то, что ты можешь. В эту тяжелую минуту ты ищешь психологической поддержки у тренера. Он должен заставить спортсмена поверить в себя. Он должен убедить тебя, что у тебя еще много сил. Ты на многое способен. Должно получаться так. И раз, и два. И раз, и два. Ну, мне так кажется. Давай попробуем. И раз, и два. И раз, и два. Ну что? Тяжело очень. Давай еще раз повторим. Сейчас синхронное плавание на таком высоком техническом уровне, что радоваться порой нет времени. Программа произвольная, она длится буквально минуты, где-то 3-4 минуты. Вот ту программу, которую мы делали на чемпионате Европы юниорском в этом году, она заняла первое место. Мы ее делали 3 года. Мне кажется, что поколение тех людей, которые приобщались к синхронному плаванию в конце 50-х, начале 60-х годов, эти люди были не только молоды, но очень счастливы. Потому что в это время мы были в самом таком, понимаете, творческом соку, если можно сказать. Мы делали большие представления цирковые, огромные, которые собирали много тысяч народу. И это вот встреча со зрителем каждодневная, это не только счастье, это радость вот этого праздника, она, можно сказать, прошла со мной по всей жизни. 4 года тому назад этот вид спорта стал олимпийским видом спорта. И я считаю, что это самое большое вот дело нашей жизни. В общем-то, вид спорта этот, как вы, наверное, уже поняли, ну, в нем сочетается все. Это красота, пластика, созвучие музыки с движением. Это, в общем-то, сложно, сами понимаете, очень сложно. Тем более танцевать, ты слышишь музыку, улавливаешь такт, ритм. А здесь еще вода, ты погружаешься, уходишь. Это, в общем-то, очень сложно. Потом сила, мужество. В общем-то, как правило, для женщин очень так сложно сказать слово «мужество». Мы обычно подбираем какие-то другие слова. Но вот именно я хочу сказать, для нашего вида спорта действительно нужно иметь огромное мужество, силу воли. Но мне вот кажется, что каждый человек счастлив как-то по-своему в чем-то. Но вот я счастлива здесь, в этом бассейне.